Значит, речка Дов, сегодня мы ее будем облавливать. Здесь никаких знаков нету запрещающих, ничего. Надеюсь, все будет хорошо. И если я сегодня не поймаю небольшую форель, не лосося, то вы этого видео даже не увидите. Не буду ничего делать. Если вы его смотрите, значит, я что-то взял хорошее. Тут такие места, что у меня даже руки трясутся, посмотрите. Значит, что мы имеем? Кучу блесен. Маленький спиннинг. Леска 0,22. И вот будем пробовать сейчас на эту. Удачи нам, ребята, да? Итак, мы решили попробовать на средненькую такую блесенку. 12 грамм. Потому что место здесь можно, наверное, час облавливать. Проверим. Первый заброс. Первый заброс. Для таких мест, конечно, спиннинг у меня маловат. Тут надо ставить или воблер, или крупнее блесенку. Надо больше блесну, 100% больше надо ставить. Но глубина здесь так. Может вообще колебалку поставить, а? Ладно, будем пробовать. Так, спиннинг у меня, конечно, мягковат для этой. Но тут такое место. Да, спиннинг надо было брать другой. Итак, мы сходили за своим спиннингом другим, но он все равно маловат для этой речки. Попробуем здесь на вобле. Итак, мы поставили с икринкой. Я на нее еще не ловил. Ага. Так, я решил поставить проверенную всеми реками, маленькую пока. Пойдем вперед.
Ну, уже много чего перепробовал. Не поклевки. Надо было там оставаться, на бассейне. Но мы туда вернемся, у нас там машина. Но нужен спиннинг другой, 100% для этой речки. Странно как-то. Такая красота. Может, рано еще. И так у нас взял Хариус прямо возле ног. Такой довольно неплохой Хариус. Взял прямо возле ног. Вот он. И чё? Короче, только забросил, сразу взял, на другую не хотел. Форелька, да. Сорвалась и еще раз взял, вот так вот. Ну вот, причем бешено взяла. Откидал другую блесну никак. Вот проверенная, только большая блесна. Сейчас. Ну и вот, private fishing. Итак, мы продолжали кататься где-то час, наверное. Везде нету паркинга, ничего. Нашли какое-то место, с той стороны приват, здесь футпад. Вот такое вот место.
попробуем пройтись. Вода уж больно чистая. Поставили проверенную блесну на этом месте, на этой речке. Посмотрим. Сволочь, а? Значит, рыбка тут есть, да? О! Хорошая! Ой, хорошенькая! Иди сюда! Вот так! На одном месте! Может, та же самая красотуля. Пробуем опять на том же месте. А вдруг? Прям туда же. Вот это тоже проверенное на всех водоемах. Проверяем тут. Мы ее уже напугали. В общем, перепробовал все. Вот эта блесна работает на ура. Одна срывается, сразу берет вторая. Так, неудачно. И сразу. Сколько здесь рыбы, а? Может быть, здесь надо покрупнее ставить. Такая же, только 12 грамм. За большая, наверное. Но бьет. Вон, прям много. Но там точно есть. Хорошая там стоит, точно. Неужели за большая, блядь? А? Ведет. И не хочет. Там такое место. Я все-таки поставил большую. Сейчас что-то возьмет. Серьезное. На большую не хочет. Неужели надо маленькую ставить?
что-то тут как-то подозрительно все. Нет, ее нет, не хочет просто, блядь. Все, распугал большой. Место надо обловить. Странно, такое место и ничего. Ай-яй-яй. Вон идет, идет, сука, не. Вон она, вон она. Что-то перестала она. Странно, странно, место такое хорошее. Не пугай никого. Сошла? Не. Ух ты, какая красавица, блядь. Блядь, какие большие. Вон они, вон они, вон они. Вон они поплыли, вон. Я поставил насадку. Может быть, теперь видно, вон стоит. Да давай же ты. Вон она. Бля, какая здоровая, вон. Чего они боятся, а? Не хочет. Он ведет, но что-то боится. Что-то ее. Блядь, что-то ее пугает. Какая здоровая он стоит. Ой, какие здоровые, блядь. Так, 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 так. Что надо ставить? Может, воблера? Пробую, пробую. Ни на что не хотят. Блять, она их даже не интересует. Сука. Здоровая стоит. Заинтересовала, но не очень, да?
Блять, что же им надо-то, а? Что же им надо, блять? Ну, в упор не хотят что-то. Совсем не хотят. Свет не нравится и все, блядь. Все, принято нахуй. Взяла все-таки. Взяла, родимая. Долго я вываживаю. Все-таки на проверенную блесну взяла. Кидал, взяла на проверенную. Ее тут много, она вон стоит везде, но не берет. Пойдем дальше. Если берет, то только на одну блесну. Ой, хорошая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой. Ой, красота. Опа. Вот так вот. Вот. Ну что, продолжим. То же самое место. Вон она, вон она. Бьет, бьет, бьет. Ну? Так, то же самое место, погнали. Ну? Да что ж такое, а? Так, ладно, другую сторону. Есть. Ой, хороша. Опа. Ой, куда? Садок. Ой, какая красивая. Ну просто прелесть. Не тот же размер, надо больше. Долбанный листик. Где же гиганты? Там, вон там точно есть. Ну? Ах ты какая, а? Ты, а чё ж не зацепилась-то, а?
Прям возле ног. Есть, есть. Ну, сучка. Ну что ж такое? Что ты не можешь взять нормально, а? Все, укололось, да? Или нет? Эх, хороша была. Нужен крупняк, вечерний крупняк. Вечерний, дочерний крупняк. Давай, 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 давай. Блядь, да что ж, та же самая, блядь, ну. Да что ж ты так не можешь схватить-то, а? Давай, 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 давай. Бля, натяг, наверное, слабый держу. Ну? Нет. Сучка. Кололась, наверное. Вот голодная. Вот чё же она так не может схватить-то, а? Ну ладно. Ты уже проводишь провод, поклевки нет, уже думаешь, как так? Думаешь, как так? Где рыба? Вот это речка. Вот это река. Ай-яй-яй. Такая рыба на такой глубине, а. Гигант просто сейчас. Три раза пыталась взять. Бля-бля-бля-бля-бля. Хорошая была. Там дальше место, а? И тут. Сука, аж прям видно, как берет, а? Сука, да что ж такое? И причем хорошая, и по зубам все время, а? Сколько ее там, а? Вот ради проверки, там ее много, я мало ее попугал. Вот будет красная с черным. Ну-ка. Блять, ну. Но это нельзя так делать, нет. Ох ты, сучка, блин. Как хорошо, да, значит. Интересует. Вот это такая покрупнее уже. Но здесь, блядь, красную оборвал, а?
что ж ты? Как-то они промахиваются, блядь, мимо зеленый. Желтый так и не сразу хватает. Покрупнее бросается. Вот так вот зелененькая работает.